Ну вот, пожалуйста. Место хорошее. Натура сама идет, что называется, ко мне. Ну, знаешь, сюда приходят такие, так сказать, люди. Только что пришла дама с громадным бантом. Ну и в высшей степени аккуратно и, видимо, брендово одетый джентльмен. Да, очень было бы интересно пообщаться. И, может быть, они и будут общаться, я не знаю. Так что... А у меня тут работа с видео, друзья мои. Кофе тут тоже нормальный. А, ну, я думаю... Сейчас у меня, такой сказать, ход мысли очень мужской. Одним словом, я сижу и раздумываю, как мне решать проблемы. А, и причем... Деньги в этой проблеме занимают, я бы сказал, самое последнее место. Да, я подумываю о том, где их потом брать, но я, знаешь, так это сказать, подхожу по-студенчески. И так бы хотел всегда подходить к этому делу. Кончится как-нибудь, подзаработаю и снова буду продолжать быть студентом. Вот и все. Это прекрасное литературное произведение, друзья мои, еще раз вам говорю. Не знаю, где вы это возьмете, это будет... Это довольно-таки такая редкость. В общем, «Дом у кладбища» называется. Пытаюсь открыть, видишь? А это предисловие. Вот так вот. Ну, день удлинился, холодно. Что, в общем-то, идеально, друзья мои. Длинный день и холодно. Это идеально.